Для того, чтобы заменить батарейку в смарт-ключе, первым этапом снять защитный чехол, который куплен с китайского магазина. Поддеваем его в верхнюю часть и тянем заверх. Чехол состоит из двух частей, нижней и верхней. Обратите внимание, что по размерам чехол является намного больше, чем сам ключ. Имейте в виду, если будете пользоваться такими чехлами. Извлечение механического жала ключа из корпуса смарт-ключа осуществляется таким образом. Вы должны надавить на кнопку, сильно давить и вытягивать жало ключа. Таким образом у вас получится открыть автомобиль, если у вас села батарейка у брелка. Для замены самой батарейки нам потребуется взять ключ таким образом, вставить в технологическое отверстие посередине жало ключа и крутить его по часовой стрелке. Кнопками вниз вставляете жало ключа сюда и поворачивайте по часовой стрелке. Таким образом. Не бойтесь, конструкция рассчитана именно на такое извлечение батареи. Таким образом, ключ разобран. Вытаскиваем старый элемент питания. Можно сделать аккуратнее. Стандартно стоит батарейка Panasonic CR2032. Перед заменой не забудьте снять защитную наклейку. Вставляем батарейку сначала за пружину, и она фиксируется. Далее соединяем две части брелка, соединяем крепление, все у нас получилось, и обратно вставляем жало. Чехол, нижняя часть. Верхняя часть. Таким образом мы заменили батарейку в брелке для автомобиля Geely Colray 2020 года. Таким образом, замена батарейки устраняет проблему редкого срабатывания дистанционного запуска и малого радиуса действия дистанционного запуска.